А если я скажу, что воображаемые друзья существуют, а когда их дети вырастают, они должны найти новых? Они страшные? Хуже. Забытые. Кто-нибудь объяснит, почему дети вообще о нас забывают? На прошлой неделе я начал разваливаться на части! Из-за тебя в комнате дышать нечем! Серьезно, если этот вой не прекратится, я вернусь к себе на перезагрузку. Типа агентство по подбору друзей. Помочь водам находить новых детей. Или мы исчезнем! Спокойно, спокойно! Кофе и круассаны! Кофе и круассаны! В этом году... Я могу помочь. Как? Я ребенок. Ты избранная. Нет, нет, не давай ей ложных надежд. Удачи, крошка. Дальше ты. Плащ и кинжал! Надеюсь на успех. Ладно, давай подберем для них детей. Кит! Кто придумывает друга-невидимку? Я найду кого угодно. Где угодно? Он у меня во рту. Благодарю вас за все. Не смотри ему в глаз. Какой класс? Уверен, он снова отрастет. Для спасения друзей. Я исчезаю. Ой, я к этому не был готов. Меня должно стошнить. Или мне нужно перекусить. Одно из двух. Опять. Нужна безграничная фантазия. Мы можем помочь. Да, мы можем. Я больше повторять не буду. Надень штаны, ты всех достал. Ну как прошло? О, кошмар. Значит, мы напарник? Давай лучше не будем забегать вперед. Кит! Воображаемые друзья. И мама сказала, что много конфет вредно для животика, но я сказала. О, боже. В глазах защипало. Я прошу прощения. Значит, так теперь пахнет малина. Скоро. Фильм Джона Красинского.